А я поверю Шамшиеву. Живу на Алмабеке, если интересно кому. Я работаю заместителем Акима города. Знаю, работа, слово просто, строительство, экономики и финансы. Работаю в течение одного месяца. Здесь находится, вы вчера просили ответить на вопросы, здесь находится, значит, архитектор, который это разрабатывал, где у нас Шишкин или Григорьев. Находится, так, ну, мы договорились, что будем разговаривать. Если есть вопросы, находится главный инженер тепловой компании, находится главный санитарный врач, находится главный архитектор, начальник отдела земельных отношений. Ну, не все, наверное, такие здоровые, как я. Не все, наверное, 90 килограмм местно быть. Давайте на ступеньку туда подойдем и туда. ЧС нашего города, ну и все. Мы не против государственной программы, это очень хорошо. Мы рады, то, что у нас Назарбаев беспокоится. И дай бог ему, чтобы его парламенте умные, талантливые, понимающие люди были. Но отбирать у детей законную площадку никому не позволено. Никому. У детей никто не играет. А где они будут играть? Вот эта площадка. Коммуникации подведены. Мы же хотели вроде поговорить. А мы говорим. Не на крик же пускаться. Того, что вы все друг другу будете Давайте послушаем наших специалистов. Где у нас? Юрий Григорьевич. А строители есть здесь? Строители. Фишки! А вот эти пики воткнули для детей, что ли, накололись на них? Вот он, главный проектировщик, который проектировал здесь землю, разрешение ему дал архитектор, санитарный врач, здесь находится вот. Пожалуйста, вопросы, я рядом здесь стою. В генплане есть это строительство? По теплу, конечно, есть. Покажите генплан, где строительство генплана? Конечно. Новое озеленение. Новый асфальт. Генплан покажите. Поверьте мне. Сразу просим. Площадь позволяет по нормативам. Мужчина, а как будет теперь работать Роза Ветров? Пока они не выполнят тепло, пока не выполнят. Они не могут не могут вас отключить от горячей воды. Я не знаю. У нас все это рассчитано. С учетом потребностей. Вы даете гарантию, вот лично даете никто таким городом, что сейчас не пойдут трещины надо. Давайте, вот я говорю, я предлагал уже. Давайте. Я вам даю гарантию, что ваши дома никуда не денут. Потом про трещины. Мужчина задал вопрос про трещину. Дома вот в монолитке у набережной, вот эти турки, которые... Нет, вам конкретно задали вопрос про трещины, а не про дома. Дома не двигаются, никуда не тронутся. Вот он стоит уже 4 года. И не будет водить. Вы за трещину ответьте. 30 метров били сваи. 30 метров. В 5-м микрорайоне 25 метров жилого дома били сваи. Для 3 домов. Для 3 домов. И да, неудобно. Да, шум. Да, удары. Я зачем примеры? Ну ничего никуда. Ничего никуда. Ни стены, никуда не денутся. Оставьте нам площадку! 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 Оставьте! Шахнастую землю выкупить, но не дадим. Да у каждого внуки, у каждого дети. Ну нельзя ж так. Их никто не организовал, они сами прибирали. Слушай, нашу площадку забирают. Так это глупость все. Если бы все знали детям здесь, как высыпали, тут ужас был. Вот с Киевской 18, вот такие вот так были. Оттуда, с этого дома, с этого, все тут. Тут у нас вечно вот так шумишь. Ну где?
дети, так дети. Куда от них денешься? Вот смотрите, до сих пор, это же укопали, дети сами столбы. Вот эти. Тут сетку натягают, играют. Ну, пожалуйста.